Татарстан развивается хорошо, а Казань наилучший, один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. Значит, и прежние президенты, и сегодняшний Миниханов работают хорошо. Мы видим результат. Я помню, я с Дмитрием Шайбовичем приезжал, еще мы ходили в дома. Ну, вы знаете, меня тогда что порадовало? Домами это назвать нельзя было. Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки, в полном смысле этого слова. Но так чистенько, мы зашли в дом, там чистенько все так прибрано, хорошо. Вот у меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне, понимаете? Уровень внутренней культуры народа. Просто, ну, не то, что поражает, но вызывает уважение. Вот в этом проявляется и, думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана, города Казани. Прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, и спортивных, и вообще политических. Ну, естественным образом становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово «хаба», хабом, пожалуйста, ну, хабом. Но и Татар многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример для, в принципе, всей страны. И вот с этим связан выбор Казани.